Ходили или после? Ну, в этапе так. Ты что, ничего не делал? Вообще как-то вроде принимали. Видимо, эти дни... Не, хотя он там что-то пытался в воде что-то прилипало, в воде что-то там, там рыбки немножко под покидали. Ну, из-за лапы. Ну, это самое. Выводок весь. Улетел куда-то, а он, видимо, лапу сломал? Повредил, да, но он на нее наступает чуть-чуть. Я не, может да. быть, это не перелом. Он прихрамывает. Прихрамывает, но он не может разбежаться. Но у него за эти дни цвет не изменился. То есть, если бы был перелом, мне кажется, там все-таки что-то его просто поставить надо, чтобы увидели, как он ходит. Обычно сильный чувак.